И перешли. Так, хорошо. Так, туда, а потом к себе. Так,
не улыбались. Только нет. Хорошо, ставишь погас. Ставишь погас. Еще раз. Видите, упражнение идет. Ногу поднять. И чтобы не травмироваться, мы что, гатик поделали. Вы смотрите как. Вот так садитесь, потом так повернитесь, потом так повернитесь. Чтобы вот эта часть у вас разогрелась. И сейчас мы с вами продолжим. Хорошо? Смотри, пошли. А сейчас делаем так. Сначала Вика пойдет к Андрею, Руслана пойдет сюда. Значит, сначала Вика подергает Андрея, а потом Андрея Вику. Ну, аккуратно. Не то, чтобы вы меня тоже говорите. А что, да? Давай, девочки пошли. Девочки пошли начинают. Екатерина. Так, я же говорю, что девочка. Так, девочки, вот, вот, вот. Все, так поменяли, поменяли. И девочки дают ногу. Так, его болела нога. Его болела нога, как он говорится. Потихонечку. Так, это Левтина, он обнял его сразу. Вот, вот, поменяли. Другую ножку. Вы подвесили. Два броска назад, два броска вперед. Два назад, это сзади.
4. Вот так, молодец.
мне. Так, где еще одна дверь? Где еще одна дверь? Где еще одна дверь? Нет. Так.
пошли, пацаны. Нику сюда подвиньтесь чуть-чуть на середину. Да, вот так. Пожалуйста. Так нет, там три подхода у вас. Картина три. Маск может быть. Что же может? Криво кинька. Тогда и не надо его даже добивать. Еще раз, обязательно помыть руки, лицо помыть.